Всем привет, меня зовут Алексей Корзин. Я только что принял участие в проекте «Я так думаю», и мне безумно понравилось, потому что такую встряску мозгов я давно не получал. Вопросы, на которые не всегда легко найти ответы, потому что ты сам понимаешь, что нужно в каких-то моментах какую-то четкую свою позицию иметь, занимать ее, чтобы знать, как на какие-то вещи реагировать. Огромное спасибо, что пригласили меня в этот проект. Наверное, я, придя домой сегодня, какие-то вопросы, которые мне были заданы, постараюсь более детально разобрать и постараюсь понять, как же я на самом деле, ну, как же я отношусь ко многим вещам, которые происходят вне мира музыки, которые, к сожалению или к счастью, отнимают у меня огромное количество времени, и я не замечаю каких-то вещах, которые происходят сторонне, но советую вам не идти по моему пути, а все-таки получать как можно больше информации извне, иметь свое собственное мнение и выражать его благодаря проекту «Я так думаю».